Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту «Поток денег». Хочу поделиться своими результатами, поставить денежку на вывод, ну и показать обновление в кабинете. Значит, здесь вот моя статистика. У меня на балансе для покупок 55 рублей. Баланс для вывода 127,50. Реферальное вознаграждение 57,50. И я пополняла 250 рублей, как бы, чтобы зайти в матрицу. Проект, друзья, замечательный. Я в целом проектом довольна. Значит, у администратора проекта большой план на этот проект. Можно зарабатывать как с вложениями, так и без вложений. Ну и партнеры у меня 10 человек. Активных у меня всего 2 партнера. Значит, здесь вот находится наша партнерская ссылочка, кто не знает. Так, далее что? Здесь можно просмотреть вот эти вкладочки. Они все кликабельны. И посмотреть, как бы можно зарабатывать с одним активным партнером. Так, далее что еще хочу сказать. Посмотрите, вот здесь новости маркетинг. В понедельник 20:00 и в четверг 20:00. И это у нас есть как бы вебинары. Значит, и ссылочка вот внизу на вебинар, принять участие в вебинаре. Убедительная просьба хотя бы один раз поприсутствовать на этом вебинаре. Они не сильно долго и длятся, 20-30 минут. Как бы места ограничены, там присутствует сам ведет администратор и все подробненько рассказывает. Значит, ну что, вот эта вкладочка «Наш аккаунт». Вот это вот наш аккаунт, статистика, как бы для покупок, на вывод вот денежка. Значит, здесь вот находятся все программы у нас. Значит, я зашла на 250 рублей в программку. Вот, и доход с нее будет 1815 рублей. На реинвест идет 30%, на вывод 70%. Далее что? Мои программы. Нажимаем «Мои программы». И вот моя программа 250 рублей. О, ну, за 250 рублей вот я. И вот моя матричка такая короткая. Далее что? Здесь вкладочка «Пополнить баланс». Нажимаем «Пополнить баланс». Это уже по желанию. Как бы и заходим. Значит, далее что? Здесь вкладочка «Заказать выплату». Сейчас я закажу выплату. У меня на балансе 127 рублей. Кошелек у меня прописан. Так, здесь ничего менять не надо. Нажимаю «Заказать выплату». Так, минимум на вывод 50 рублей. И что? Ну, все, наверное. Давайте-ка я обновлю кошелечек. Продолжить. Так, сейчас я вернусь. Так, надо, наверное, сумму ж не прописала. 127,50. 127. Так, точка 50. Нажимаю «Заказать». Вывод. Так, выплата успешно заказана. Вывод здесь инстантом, друзья. Мой баланс обнулился. И для покупок у меня осталось 50 рублей. Это внутренний баланс. Далее что, друзья? Есть обменник. Значит, можно обмен средств. Добавлен вот модуль. Значит, даете баланс на вывод. Получаем баланс на покупки. Это, друзья, одна сторона. Только обмен, значит. Далее что? Вкладочка «Мои партнеры». Вот «Мои партнеры». Далее находится вкладочка «Реферальные ссылочки». Здесь реферальные ссылочки. Далее, что еще? Добавили модуль «Лотерея», друзья. Нажимаем «Лотерея». Можно принять участие в лотерее. Значит, правила.
После того, как все 15 билетов будут проданы, состоится розыгрыш. Система случайным образом выберет три номера счастливых билетов и начислит им призы. Первое место 45%, второе 30%, третье место 15%. Стоимость билета 37 рублей. Ну и здесь вот внимание уже тут прочтете. И что еще? Предупреждение. Так. Внутренние деньги вам необходимы для участия в последующих программах. Здесь вот можно, как бы, если есть денежка, купить билет. Это уже по желанию. Вот сколько уже желающих. Только вчера как бы запустили вот этот модуль. Далее здесь вопросы-ответы. В Skype зайти. И зайти в Telegram. Ну и электронная почта. Далее что еще? Будет у нас в проекте, друзья, проект только стартовал, он плавненько развивается и будет возможность заработка без вложений, как бы, чтобы все были в плюсе. Понимаем это, да? В общем, я не жалею, что я зашла в этот проект. Вход, конечно, ну, я зашла в матрицу и я не жалею об этом. И вот смотрите, пополнено. Выплачено. А, перейдем, друзья, на почту. И Payer. Смотрите. Payer. Сумма 11.10. Так, комментарий, поток денег. Вот он. И плюс 19.98. Payer у нас берет комиссию. Платит инстантом. Денежные средства, друзья, выводятся. Так, сейчас скажу. С 8, по-моему, утра до 11 вечера. Они идут инстантом. После ставится как бы на ночь, на ручной режим. Так что на ночь нечего. И, ну, а что ночью выводить деньги? Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Приглашаю в замечательный проект. Можно заработать неплохо. Принять участие в лотерее тоже по желанию, конечно. Ну и поприсутствовать обязательно на вебинаре. Очень все интересно админ рассказывает. Много у нее планов. И смотрите еще для участия на вебинаре, чтобы зайти в комнату, AD Flash Player нужен, чтобы был. Вот. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить этот проект. До новых встреч!